Ну, друзья, зашла я в магазин. Смотрю. Смотрите, цены на сыры. Все желтые. Майонез. Все желтые. Майонез. И сыры. Тут нет. А тут все желтое. Вот. Выбрала я себе ветчину попробовать. 300 грамм. Такая легенькая, кажется, тут 150 грамм. Папа может. Это. И морковь корейский. Взяла 400 грамм. Хотела взять 50, сколько здесь? 200 грамм? 50 рублей вот стоит морковка. Ну, возьму, говорю, побольше. 300. 300 грамм. Что-то здесь посмотрела, прям по 49 рублей. Она прям вообще там нет ничего. Ой, как хорошо сейчас живем. И солить тебе не надо. Если кто вот не солит, и не надо. Экран бы раздвинуть. Вот. Посмотрите. Вот вам капуста. Какая. А, это имбирь. Имбирь есть. И спаржа. Да, спаржа. А, вот я показываю. Хренадер. Вот что только нет. А это что? Перец. Перец. А это что? Это, по-моему, картошка, что ли, белая. Вот, посмотрите. Малина, имбирь с лимоном. Ой, я пробовала вкусную, между прочим, зимой. Так, свекла. Вот, отварная. Тебе не варить, не мыть. Все готовое. Отдай 62 рубля за пакетик. Вот, салат листовой. Посмотрите, какой хороший. Прям хорошенький. Вот. Вот уже все готовенько. Только, конечно, здесь уксус. Вот в свекле я тут разбрала уксус. 59, 66. Вот. Вот. Не надо не выращивать. Захотелось, пошел и взял. Вот. Вот, посмотрите, сколько здесь капусты. Морква. Все со скидками сегодня. Может, уже всю неделю. Не знаю, я здесь не была. Вот капуста опять идет. Квашеная. С морковью. Капуста квашеная. Просто. Вот. Хочешь грибы тебе? Нет, я опять возвращаюсь. Я говорю, вот морква. Сажаем. Все нервничают, злые. Копать надо огород. Надо посеять. Надо в жару раздернуть ее, поливать. Сколько трудов. И она еще у тебя в подвале, ее мыши или крысы пожрут, или она сгниет. И что в итоге? А у меня вообще подвала нет даже. Вот, я больше оправдываться не буду. Она мне пока есть что в магазине. Есть мне где купить. Картошку я покупаю сейчас. Ну, все есть, вот. Хочешь тебе капусту старая, хочешь ты молодая. А, вот я хотела сельдерей попробовать. Все жуют, говорят, вкусно. Не знаю, не брала, не пробовала. Так. Вот тебе майонез. Я считаю, это недорогой майонезик. Вот. Колбаса. Вот. Я взяла попробовать вот такую рубленую. По 130 рублей. Подешевле. Вот ветчина-то какая моя цена. Интересно, кто пробовал? Нет. Почем же она? 163 рубля. Вот так. Ну, я считаю, не так и дорого. Ну, конечно, может, ее и есть не будешь. Нет, вот наша вязанка. Хорошая колбаска. Я всегда беру вязанка. Мы ее тут любим, эту вязанку.
Ветчина вон вязанка есть. Почем же она? 160 рублей филейская. Так. Ну вот, в общем, я вам поснимаю. Ой, надо экран, наверное, уменьшить. Вот. Взбивалки, лопаточки. Я лопаточку никак не могу купить хорошую. Картошку мешать. Я привыкла прям, чтобы тонко было. У меня одна мешалочка, она с 80-х годов, наверное. Как я замуж вышла. Ну, как ей хорошо, она железная. Как ей хорошо мешать. Вилочки, ложечки. Вот, лопатка. Ой, лопатка-то, наверное, резиновая, да. Силиконовая, наверное. Хорошо ей. Полотенчики тут продают. В наборе два полотенчика там на входе. Так, тут я вам показала, что я хотела. Кофе посмотреть. Кофе. Да, кофе сейчас очень дорого. Вот кофе дорого, да. Я заказала себе как оно называется? Коломбо. Я вам покажу сейчас, наверное, если не забуду. Заказала на Валберес. Здесь она по 300 рублей баночка. Вот. Жардин. Кто любит жардин? Кто любит эгоист кофе? Бариста. Кто что? А я люблю. Вот. Ну вот кофе был по 400 рублей. Банки только какие? 190 грамм, по-моему, было. Сейчас подорожало. Были по 400. Угу. Платинум, интересно, хороший кофе. Ни разу не брала. И не пробовала нигде. Вот. Это вот сколько здесь кофе? 75 грамм. Ну, баночка не помню. Ну, так она и стоит. И баночка 300. Да, 300. Видите, какая цена? Цена. Да какая вот эта цена-то? 95 грамм. 400 рублей. А мне вот такая еще. Такой кофе нравится. Такой. Кофе такой. Вот это мне нравится. Монарх. Упс. Уже не Якобс, а Монарх. Везде пишут Монарх. Вот. Ну, такой я не пью и вам не советую. Ну, на черный день можно купить. Съел, брат. Да там у тебя сосиски есть. Сосиски сразу уже не осталось, брат.
Спасибо.